по 18 февраля текущего года в Пушкинском районе прошел международный спортивный фестиваль «Чунган Челлендж 2022», в рамках которого прошли семинар, тренинги, спортивные мероприятия и многое другое, организаторами которого выступили Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан. Спикерами семинаров выступили начальник управления по развитию массового спорта Министерства туризма и спорта Зарина Абдуллаева, заведующий кафедрой Университета физической культуры и спорта Худайбердыева Надира. А сегодня, я считаю, что сегодня спортивный праздник. Вчера вот у нас прошел семинар по Чунган Челлендж, вот вы видите, он в этом году у нас международного плана, значит, международный спортивный фестиваль. А сегодня у нас проходят соревнования среди пропагандистов спорта, среди любителей спорта, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Сейчас у нас проходит футбол, мини-футбол, параллельно проходит бадминтон соревнования, и у нас на очереди шахматы. Я считаю, что сами по себе спортивные пропагандисты должны на себе, на личном примере показывать то, что, как они должны заниматься, что они должны пропагандировать. 17 и 18 февраля прошли соревнования между участниками по бадминтону, шахматам, мини-футболу, сноуборду, лыжным гонкам, национальным видам спорта, как перетягивание каната, игра в лянгу, стрельба из лука. Меня зовут Абдуллаева Елена. Сегодня я представляю компанию Tugan Falconry Club на сегодняшнем мероприятии Чунган Челлендж. Мы пришли сегодня сюда с нашими соколами и с нашими собаками. Мы занимаемся возрождением древних культурных традиций узбекского народа, которые касаются охоты с ловчими птицами и охоты с борзыми тазы. Рядом со мной борзая тазы, ее кличка Туйгун, и рядом со мной еще один тайган, его зовут Булькар. Специально для телеканала Макон Мухирабану Халимова, Салимджон Алимов.